Всем привет, ребята! Вы на канале Бутербродница. Я хочу с вами поделиться этой прекрасной каткой. Она не должна пройти мимо вас, ребят. Блять, я лошара, короче, прикинь, я задание не поменял. Семтекс пошел! Блять, ты опять семтекс выкинул. Ты че? Да. Я не люблю семтексы, когда в кармане, блять. Да, вон лошара. Сразу машина вон едет, блять. Слушай, смотри. Надо подлечиться. Блять. Она взорвалась. Машина? Да. А нахуй ты ее взорвал? Да я по ботам стрелял, блядь, я одну обойму с М-ки выпустил. Это бронированная машина. Нихуя себе. О, о, тачка есть. Пошли заберем. Поехали. На ц... Ой, блядь. Нихуя себе. Стой. Ой, блядь, нихуя себе. Меня нокнули. Трать ресурсы. Все, я в порядке. Сейчас подожди, я уползу куда-нибудь, блядь. Что так больно, блядь? Нихуя себе мы зашли, ебать, да? Меня зацепили. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. О, я тут в сейве. Держись, я тебя не брошу. Ё-ля-лё, хамих, блядь. Стой, блядь, сукан. Броню надо вставлять, блядь. Жестко. Да. Давай в машину, поехали отсюда. Что-то они нам быстро будку расколотили-то, ебать. Угу. Максимально. Брони, блядь, нету. Такая же хуйня, ебать. Что-то значит, мы тут сейчас должны, наверное, в этой катке получить в ухо. Что буду? Что-то мне подсказывает. Бля, вот, слышь, поближе есть задание такое. О, давай. Я что-то его проглядел, это задание. Ага, вот мост справа сейчас. В него бы еще бы войти, блядь, этот мост дурацкий. Я его не выключил. О! Стой. Задний ход не работает, блядь, тут. Ну, в принципе, недалеко. Ультра-1 это главный. Мы выполнение контракта невозможно. Я под обстрелом! Дурак, придурок. Их убили, Колян! Ультра-1, вы заметили рост активности в вашем районе. Будьте на чеку. Блять, они либо с ботов, ебать, отъехали там, либо их кто-то поимел уже. А чё нам деньги за это, блять, не дали? Они же умерли. Ну да, слушай, так-то. А, нет, дали денег. Слышь, у нас по 3500. Ну, у тебя 4, у меня 3500. Ну, маловато как. Ну, да. Я хочу обмазываться деньгами. Ну, хорошо. И это еще как ее. Ой, блядь. Меня зацепили! Ёбана! Медом намазаться. Да. И потом деньги прилепить к скользкой жопе. Бля, ебать их тут нахуй. Но тут на парашюте придется ехать. Да. Ой, блядь, да, еще и подожгли, блядь. Уходи, уходи, давай в здание нахуй сюда, ко мне. Да, я в здании.
Рано тебе подыхать. Рано тебе подыхать еще. Ой, ой. А, вон они. Да, 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 да. А, вот задание, вот оно, оно. Ой, блядь. Да, блядь, ёбаный этот. Компухтер, блядь, он все хочет видюху вытащить, нахуй, дурак. Ультра-1, мы установили местонахождение особо важной цели. Отмечаю его на вашей карте. Давай, нужна ли помощь? Блядь. Ползи сюда. Это там еще есть. Да. Вот еще один. Давай, 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 ползи. Надо выходить и на парашютах, нахуй, уходить отсюда. Лимит, не ног, а не есть. Все, палка. Я Да. Ой, блядь, давай, так. Левее сюда сразу. Компенсация пошла, блядь. Так, а у нас магазины тут есть, блядь. Ну, нет, здесь в магаз нам, я думаю, опасно идти. Очень. Блядь, он... Сука. Я думал, успею залезть. Ты пока не умираешь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, только тебя бы не нокнули. Да-да-да, в очко прям. Я под обстрелом! Брони нету? Блядь, нету брони, нахуй. Нету. Блядь, бежим. Ёбана. Ой, блядь. Ой, блядь. Всё, я опять нокнулся. Сюда на меня спрыгивай. Прям на меня падай. Я тут между камней, блядь, спрятался. Граната! Граната, блядь! Ой, ёптаный рот. Ебать, у меня ветеран спас, нахуй. Да сука! Я тебя успел поднять? Стой, стой, да. Стой, дай залезу. Блядь! Просто шотает. Что за хуета? Блядь, еще и этот приехал, блядь. Короче, сразу налево выпрыгиваем, нахуй. Цель эвакуированы, блядь. Они съебались, блядь. Хорошо, прийти. Что ты с нами. Давай сюда, за мной и вот сюда. Будьте бдительны. Просто уходим, нахуй, отсюда. Порхай, как бабочка, блядь. Словно пиздец тебе, блядь. Задание и, блядь, магазин. Брони надо купить, нахуй. Так, ну давай я на задание, а ты это. Не, давай. Брони возьми. Ну, блядь, ну ладно, давай рискуй. Ультра-1, активность в районе повысилась. Смотрите в оба. У меня бот исчез, нахуй. Боты исчезли, блядь. О, появился, нахуй. Они, блядь, исчезают и появляются, блядь, прикинь. Они телепортируются в нужное им место. Какое нахуй нужное, блядь? Главное, Ультра-1, ваши данные... Ебать, они на мне, слышь. ...для особо важной цели. Проверьте тактическую карту. Кнопки перепутал, блядь, забыл, на чё бежать! Сука! Блядь, слышь, они у меня стреляются. Блядь! Броню вставляю. О, блядь, у тебя пацаны, ебать! Да-да-да. Блядь. Одного завалил. Я бегу, Колян, пиздец. Я словно этот, нахуй. Соник-пердоник, блядь. Пытаюсь вообще, просто пытаюсь всеми силами. Прийти к тебе на спасение. Тебе еще брони нету. Не лезь на рожон только. Минус два. Ебать, нихуя, ты уже двоих завалил. Это третий, блядь. Ты третьего завалил уже? Нет, где-то он есть. Здорово. Ты захватываешь его? А, нет, я еще друг твоего не завалил. Блядь, он разговаривает с тобой? А ты мне нужен? Бля, чё говорит Колян? Кто говорит, может подымешь меня? Я не знаю. А давай, где кореш его выясним, блядь? А где корефан ты? Он не говорит, он говорит, если ты моего кореша завалишь, ты не сможешь, говорит, меня поднять, если ты его убьешь.
Блять, а я не слышу нахуй, почему? А я въебал кореша! Я въебал твоего кореша, блять, урод! Въебал ему, въебал вот на этом здании он. Он нокнутый, но у него, наверное, скорее всего, есть рез. Наверное. Но я с окна смотрю. Нет, нету. Чё? Да выебывался, урод? А? Ультра-1, отличная работа. Все цели контракта мертвы. Вы заслужили свое вознаграждение. Все, он отъехал, ебать. Блять, говорит, не успел. Как будто я собирался его подымать, блять. Нихуя у него тут калашик, ебать, какой. Так, это мы в сумку заберем. Ты купил у меня броню? А у них, ты у них не налутал? Одну плашку. Ну лезь ко мне. Я ящик у них зато спиздил. На, держи. Все забирай. Так, пойдем, наверное, посмотрим рез и купим, ебать, на магазе. На этом. Да. И вот сюда потом, ну, вот на это задание давай тогда. Давай, полетели к магазу. Хуя ты разошелся, ебать. Ебашишь их нахуй. Да ты... он долбоёб, я этого нокнул, блядь. Точнее, я его, короче, почти убил. Он решил просто сесть в машину, я его в лобовуху добил и... А, да это Толики, ебать. Второй чуть-чуть, ебать, это... Секунд, я не знаю, ну 10, может, подождал, блядь, и пошел он резать прям под этой машиной. Ну, а третий, видишь, крысился, сидел. Он на крыше вычислял, блядь. Ну это Толяны, ебать. Вычислитель, нахуй, электронный. О, рез я купил, ебать, все. Так, а у тебя хватает там денег, ебать. Да, я тоже. Чермандерки, блядь. Вот брони надо еще купить, блядь, ну его нахуй. Не бо, я дрона камикадзе купил. Ну, ну ты... Ладно, пошли, вот у нас машина. У нас еще 12 минут, ебать, мы еще... С чем мы, это уже третье или четвертое, да, на убийство, блядь, будет выполнено? За эту катку, блядь. Лютуем, понимаешь? Вообще. Что происходит, блядь? Вообще пиздец. Противник поднял тревогу, будьте осторожны. А боты нас ебут вообще просто в дырочку, все. Не, начало было страшное. Просто мы все проебали. Надо еще это... Помойку найти, блядь, по пути, Маш. А у меня откатился мой ствол. А, да? Да. Я помойку знаю только... Только ту в городе. Куда мы скидывали гранаты. Но и то я забыл уже. Блять. Это я... Ой. Да, я примерно. Ой, блять. Да ёбаный. Ёбаный в рот. Я рулевой. Охуевший, блять. Тут есть заезд? Я знаю, где она находится, но не знаю, где этот район на карте, блять. Это как, да, ебать, вообще? Она... Ну, типа как. На самой локации я... Сориентируй, где это помойка, я переулок помню. Блин. Но где на карте этот район находится, я не помню нихуя. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте бдительны. Блять, надо в башню эту войти. А, вот дверь. Войти в нее. Я нашел. С другой стороны дверь была. Ага, а я тут... Ультра-1, в тех данных упоминается группа противника, захватившая ценный трофей. Опа, они золотой дигл добывают, ебать, слышишь, чё? Лезь на башню и это... Да на парашютах долетим, ебать. Долетим? Ну, доплывем, блядь, тогда. Чё нам получается? Не обосраться? Вот, в этот КамАЗ полетели. Ага. Так, жду тебя, пока ты поднимешься. У меня на фоне приятная музыка в конях играет. Ага. Типа это, крупный выигрыш, там вся хуйня. Нихуя себе. А я вроде... Об забор... Не за... Блять, я зацепился об забор ебучий. Я слева облетел. Пиздец. Ну не. Ладно, тут, по-моему, можно на маяк, кстати, подняться. А нам он зачем? А, мы еще дальше. А, ты на грузовик. А, слушай, они уже это двигаются.
Да-да-да, они пешком, вот я не понял, они пешком или на машине. Вот поэтому нам нужна тачка, блядь. Нет, скорее всего, пешком. Они хату, по-моему, заняли, ебать. Да, метка да. Обновилась, не на месте остались. Че, они сидят, ждут? Блин, грузовик это палево. Ну, нам как хотя бы... Нас палят, что мы ехаем. А с маяка мы можем на парашюте поближе просто прилететь и пиздец. Ну, давай попробуем, хуй с тобой. С маяка. Давай рискнем. А то что, двери есть, да? Да. Да, они также там сидят. Блять, ну полетели. Только мы даже до этого не долетим, блять. До автобуса нашего, ебать. Так что хуйня, ебать, а не план, блядь. Так-то. Я думал, маяк повыше будет почему-то. Да нет, он, нахуй. Нет, вон они задвигались. А, да. В сторону выхода, походу, пошли. Оп, обратно, ебать. Блядь, нам точно нужен грузовик. Слушай, я ящик с патронами скину, блядь. Что-то с патронами хуйня какая-то. Меня зацепили! Слушай, а где наш КамАЗ? А, вот он. Они к паровозу двигаются, блядь. Они сейчас, суки, на паровоз сядут. И на паровозе на выход уедут, нахуй. На выходе мы их поймаем? Тачка-то есть, как бы. Примерно в той же скорости. Поехали. Нет, они не на паровозе. Они к выходу едут. Да, по полям, ебать. Суки. По полям, синий трактор едет к нам. Он ебашит самосвал, потому что он большой. Да? Ну да. Так, на выходе, вон, я смотрю, загорелся светлячок, ебать. Да, их сейчас там встретят, ебать. Так, ой, а... сейчас будет словно. Чё, пешочком, да, отсюда идем? Давай пешочком, наверное. Да, давай. И повыше. Батярики. Блять, блять. Окей, я в хату. Не вставляю. Вон, блять, они там же уже. Уже там, блять. На крыше и на парашюте. Ты их видишь? Да, я дал метку. Только попасть, блять, нихуя не могу. Блять, ну они съебутся сейчас, нахуй, 100%. Сука. Блять, перезарядка, да, блять. Да, да, да. Да, он, блять, такой сладкий стоит. О, ебать. Но... увидел. Один за зданием, если что. Вертушка, блять. На нас летит? Или это выход? Не, это выход, по-моему. Ультра-1 это главное. Блять! Это цель была, нет, прикинь! Да? Перевожу оплату. Охуеть. Ну это вот, которого мы добили, ебать. Да-да-да-да-да. Один за здание ушел. За здание? Он будет вызывать, наверное. Да. Вот за этот угол уходил. Ну, он ногами кверху там плавает. Слушай, только что вертолет-то улетел. Возможно, это не его тиммейт был, а который ЗРК, блядь, вызывал. Нет, кто-то бегает, я вижу. Я вижу ножки, ебать, там. Ножки-пердошки вон там, вон внизу, в щелочке, ебать. Но этот лежит, они его, наверное, поднимают. Там боты могут. Да не-не-не, вон, это пацаны, ебать. Не, я вижу эти ножки. Это прям пацаны. Но этот, видишь, лежит, я вот не знаю, будут они его поднимать. Блять, я на парашюте и налево. Ты думаешь? Вызвали вертушку. Да-да-да-да-да. Они этого захотят поднимать, нахуй. Ультра-1, противник поднял тревогу, будьте осторожны. Сейчас попробую залезть, блядь. Да, тут лестница есть наверх, нахуй.
Зашибись, я к тебе. Бля, мы их тут же и трахивали, по-моему. Только не стреляй. Бля, слышь, а ты можешь это, кассетную там около лестницы раскидаешь? Которую ты подобрал у меня. Блять, он меня видел, все. Он на метке, да? Да. Аккуратно. Ног. Ой, не ног, в смысле, без брони. Кряк. Блять. Ты чё? Короче, смотри, что покажу, ебать. Блять, дрон камикадзе, ебать, нихуя. А? Дрон камикадзе. Слышь, они так к нам поднимались на минах, взорвались на моих. Нокнулись, блять, на моих минах, нахуй. Оглушающая пошла. Да. По 20. Блять, а где нокнулся этот тип? Я что-то не понял. Кто тебя нокнул? Я тут. Блять. Ты нокнул кого-то никого. Или чё? Нет. Никого не нашел. Блять, ну они улетели, походу. Ультра-1 это главный. Или нихуя не улетели. Не вам нужно эвакуироваться, пока радиация не распространилась. Блять, вот он, они в центре. По дороге поднялись, по парковочной. Блять, он его поднимает, походу. Нихуя мне залетело. Ну все, сейчас меня зарашут, заберут. Да. На этом, ребят, наша прекрасная каточка заканчивается, к сожалению. Не забываем ставить лайки, писать комментарии, задавать вопросы, переходить в Discord, подписываться на Twitch и прочее. Всем спасибо, ребят, всем хорошего настроения и забегайте на стримы, приходите смотреть новые ролики. Всем пока, всем удачи, друзья!